Последние годы в российском обществе возникают дискуссии о правомерности использования в отношении южных островов Малой Курильской гряды японского названия Хабамаи. Так, во многих официальных документах отмечалось, что этот топоним был использован в ряде российско-японских соглашений 1998 года, что и привело к его широкому распространению в средствах массовой информации. Однако называть, а уж тем более официально употреблять в отношении Малой Курильской гряды другие названия, запрещено законом. В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона 152, нормализация наименований географических объектов на русском языке осуществляется в соответствии с правилами и традициями употребления наименований географических объектов на русском языке. Кроме того, на основании статьи 11 наименования географических объектов России охраняются государством. Произвольная замена одних наименований географических объектов другими не допускается. А между тем, у каждого острова Малой Курильской гряды есть собственное название. Остров Полонского, Зеленый, остров Танфильева, остров Анучина, остров Юрий и острова Демина. Объединяя все острова предательским Хабамаи, мы лишь даем повод японскому обществу думать, что острова Малой Курильской гряды перейдут им. К слову, в современной истории России уже существует прецедент рассмотрения административного дела по факту нарушения законодательства в области географических названий. Так, в 2006 году вокруг регионального сайта администрации Сахалинской области «Сахком» разгорелся скандал. Поводом послужил как раз японский топоним, расположенный на карте Курильских островов, изображенной на главной странице сайта. Активисты Южно-Курильского района обвинили редакцию портала во главе с директором ООО «Сахком» Ли Йен Ним в пособничестве японской картографической агрессии и отсутствии патриотизма. В скандал были втянуты депутаты областной думы. Решение соответствующих органов было однозначно. Это прямое нарушение федерального закона. Вот вырезка из протокола заседания. Я, Серова Ирина Ивановна, рассмотрев представленные материалы, установила: директор ООО «Сахком» Ли Йен Ним виновен в нарушении установленных правил присвоения наименований географических объектов островов Малой Курильской гряды. На основании Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановила подвергнуть Ли Йен Ним штрафу в размере 30 минимальных размеров оплаты труда 3000 рублей. Уже более 10 лет, несмотря на возмущение российских жителей, ситуация с использованием неприемлемого названия Малой Курильской гряды остается неизменной. Японская Хабамаи по-прежнему звучит в официальных источниках от наших политиков и средств массовой информации. Кунашир и Туруп Шикотан и Хабамаи. И Туруп Кунашир Шикотан и Хабамаи. Кунашир Шикотан Хабамаи. Вот так российские журналисты и политики ратуют за чистоту и богатство русского языка. Сами того не подозревая, помогают картографической агрессии Японии. Случайно ли в нашей стране забыли об истинном названии Малая Курильская гряда? Или же курильцы были правы, и все это поиски японских реваншистов? Человечество, которое здравомыслящее, да, люди, которые знают историю, которые изучают, которые читают, которые прислушиваются не к эмоциям, а к доводам, они абсолютно четко и здраво поймут, кто прав, кто виноват. Потому что все равно всех история рассудит. И на сегодняшний момент мы с вами видим, что вот в этой истории правда на нашей стороне. Объективно. На саммите АТЭС президент России Владимир Путин заявил, что Курильские острова на сегодняшний день – суверенная российская территория. Однако все равно власти готовы вести переговоры. Что касается Курильских островов, это результат Второй мировой войны. И мы считаем, что это на сегодняшний день суверенная российская территория, закрепленная в международных документах после Второй мировой войны. Но мы готовы вести диалог с нашими японскими партнерами. Мы говорим о том, что различные варианты возможны. Напомню, что в 1956 году был заключен соответствующий документ между Советским Союзом и Японией, где
предполагалось, что Японии будут возвращены два острова. Не говорилось, на какой основе, под чьим суверенитетом останутся эти два острова, на каких условиях они будут переданы. А вместе с тем и в российских СМИ часто можно встретить такое понятие, как «хабамаи». Это японское название группы островов, вместе с островом Шикотан в советской и российской картографии, включаемой в состав Малой Курильской гряды. В связи с чем напрашивается вывод, будто средства массовой информации осторожно готовят общество к каким-то решениям властей. Так зачем Владимир Путин вспомнил про 1956 год и почему российские СМИ заменили Малую Курильскую гряду на японские термины? Своим экспертным мнением с накануне ТВ поделился генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук Леонид Ивашов. Эти острова отошли нам по результатам Второй мировой войны, и с этим согласились все наши союзники, и согласились японцы, что это наша гряда. И мы их взяли не с какой-то экономической цели, а с целью обеспечения безопасности. При Хрущеве там сделали уступки, согласились вести переговоры по передаче, ну, затем отыграли назад, но японцы уцепились за этот 1956 год, когда мы согласились. Поэтому вот четкая позиция наша была размыта. Мы видим японский премьер, вопреки даже американскому давлению, он поддерживает хорошие отношения с Путиным. Но отказаться от претензий на острова он, естественно, не может. Это будет означать его политическую смерть. И это обычная ситуация для политической жизни в Японии. Кто хочет продвинуться и остаться в политике, не может опускать тему Курильских островов. А вопрос о передаче Курильской гряды, он вообще не обсуждается. Просто на фоне вот других больших экономических проектов между Россией и Японией, Курильская гряда, она как бы выходит на второй план, но ни один японский политик, если он хочет остаться в политике, он никогда не откажется от притязаний на эти острова. Поэтому, с одной стороны, развиваются двухсторонние достаточно мощные отношения, в экономической, даже где-то в политической сфере. Ну, а с другой стороны, знаете, это как бы молчаливое согласие, что во главу угла отношений между Россией и Японией эта Курильская гряда не ставится. Она как бы вспоминается всегда в дежурном режиме. Леонид Ивашов уверен, волноваться по поводу Курильских островов не стоит, они останутся за Россией. Ну, а японские названия в российских СМИ могли появиться, в принципе, и для успокоения японцев. Может быть такое решение, что, пожалуйста, мы будем называть по-вашему, но отдавать все равно не будем. Отдавать нельзя, потому что у нас запирается там наш Тихоокеанский флот, и мы много-много получим неприятностей, прежде всего в плане безопасности. Поэтому, мне кажется, нужно спокойно развивать экономические, там, политические отношения, отношения в сфере безопасности, в двухстороннем формате, в многостороннем формате, а на это не обращать внимания. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».